решила поставить градусник, но обессиленное выронило его. Он разбился. Вызвала врача и МЧС. МЧС был поражен ее прелестной бледностью. МЧС хотел понравиться бледной поганке. Мечтает еще раз спасти ее, но не хочет переводить их отношения в рабочие отношения. Он идет каскадером на съемки фильма «Черная пенисть». Съемки проходят в негрибных условиях. Ему приходится ночевать в пивной банке или лучше в банке из-под сгущенки, тогда из остатков со льдом можно сделать мороженое. Пиво туристы выпивают сами. Премьера проходит шумно. Зал забит до отказа. Портрет занят гламурными мухоморами, остальные места многочисленными династиями опят. Шампиньоны в буфете угощают всех шампанским, волнушки волнуются, грусти грустят. МЧСник надеется. Продолжение следует.